Здрасте всем. Надеюсь, что на сей раз не пойдет все по одному месту. Ну, в общем, если кто-то заходил... Ну ладно, об этом что говорить. В общем-то, никого еще, наверное, и нет на стриме, так что... Наездили мы вчера, в общем, до хрена. А, мне надо прерваться на сон. Да. А чё это я? Ой, а чё так светло? А как это? А как я вообще забыл поспать? Во, я даю. Я вчера ездил по Франции, объездил и, короче, вот так вот как-то. Не айс. В общем. Ну, как обычно, все. Да блин. Вроде все делал. Ну ладно. Не туда, не туда. Зачем бежать вокруг, когда можно поездить по кругу, поездить задом? Да? Так, сейчас надо потише сделать, чтобы мне не сильно шуфанило. Поедем в контейнерный терминал, посмотрим, что нам там предлагают. Что-то я не увидел, куда нам ехать-то. Я думаю, я поехал не в ту сторону, да? Как обычно. А, да, вот. А что, здесь выехать можно, что ли? Или нельзя? Не, нельзя. В общем, я объездил вчера в пол Франции и хрен ли, и как-то умудрился поставить не на то, что нужно. Ну, в общем, да, чудесно. Карта просто волшебно. Ну, поехали к БХБ, я не знаю, что, или поедем вон туда тогда уже потом. Фиг ли делать. Ладно. Будьте внимательнее на дороге. Поверните направо. Я же говорю, блин, с прицепом твои... О, это что это было? Возможности ограничены. К сожалению. Хорошо, что это игра, да? Что тут, на 30, что ли? Первый съезд. Сейчас съедьте. Что-то строят. Там жилые дома рядом, нормально. Не помню, о чем я вчера говорил. Ну, это, в общем-то, и не принципиально, я думаю, что, да? Ни для кого. Что я там вчера говорил?
А вчера, по-моему, ничего особого На и не кольце говорил. второй съезд. А, говорил про City Skylines, кстати, вчера. Компьютер меня Сейчас съедет. не тянет игру. Но это тоже было в начале стрима. Я там размышлял насчет City Skylines. Что, конечно, хотелось бы. Я вообще заметил, что здесь все-таки ETS не настолько популярен. А вот City Skylines вполне себе пошли в свое время. Ты этот самый, что ли? Вы что, NPC, сумасшедшие, что ли? Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Думаешь, куда я поворачиваю-то? А, не сюда. Ну ладно, через заправку уже проверим, что делать. Хоть там и этот самый кирпич. Ну фиг ли, если уже... О, ну да. Раз уже затупили, то Приготовьтесь к будем повороту тупить до налево. конца. Поверните налево. Какая-то Приехали на нефти выход. этот наливная. А, это вот эти черные, не черные. Чё предлагает? Моторное масло. Куда? В Гавр. Серьезно? То есть я не мог попасть в Гавр столько лет, и тут вдруг... Тоже предлагают. Париж. Из Гавра в Гавр. А где у меня волотьер? А, вон он. Давайте. А чё? По-моему, отличный вариант. Блин. Неправильно. Хотя, в принципе, там без разницы было. Ну ладно. Отличный вариант, кстати. Ой, блин, уже 5 миллионов. Я хотел понапокупать грузовиков, но так и забыл про это. Начинаем движение. Какое движение? Ты меня не пугай. Я человек старенький, у меня сердце слабенькое. Пугаешь меня. Движение, блин. Блин, я так еще и парковаться когда-нибудь научусь. Ужас. Не, безобразие. Нельзя так. Не надо так. А то как я косячить потом буду? А, не, я, походу, никогда не научусь парковаться нормально. Так что можно не волноваться за это. Все окей. Долго грузить будут. Ничего себе, почти час. Хорошего пути. Можно для разнообразия даже фары включить. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Думаешь, стоит? Чем меня так выносит всегда?
Ну, смотри в сторону. Повороты налево. Заправка есть. Нет смысла заправляться даже в гараже. Поверните налево. На кольце второй съезд. Сейчас съедете. Господи, я думал, что Скания стоит на встречу. Ничего себе, вы пробку тут создали. Сколько же я везу? Ну, тоже немного. Держитесь левее, затем поверните налево. Хорошо. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Зачем здесь сделан круговой объезд, я понятия не имею. Поверните налево. Здесь у них другая база, да? Успешно прибыли. Да ладно, у меня такая же. Все по классике. А разгрузка? Тоже все по классике. Вот, поэтому стримим мы в том качестве, которое есть, поскольку, ну, делать больше нечего, честно признаюсь. Делать нечего, поэтому я стримлю. А поскольку я все равно играю, и все равно мне делать нечего, играть я буду. Ну, а чё бы и не постримить, как бы. Комп у меня слабенький, стрим он хорошо, в хорошем качестве не потянет. Руля нет, потому что денег нет на руль, вообще нет. И, честно говоря, и на еду-то особо не хватает. Ну, там как-нибудь перебьемся. А вот на руль уже точно не хватает. Поэтому ездим без руля, ездим на клавиатуре. Да, это не так круто, как у крутых стримеров, но что умеем, то и делаем. К тому же ездим мы как старпер, поскольку мы старпер. Вот. Ну, что-то такая риторика у меня вчера была, в общем. Стримить Skylines я не могу, хотя очень хочется. Даже в него поиграть толком не могу, потому что он, сволочь, тупит. Какой-то, блин... жуткие какие-то системные требования у него, что ли. Причем компьютер-то у меня не из самых плохих. При этом, что самое страшное. Чего? А, это я разгружался. Господи, заговорился. Вы что там творите, господи, с ним? А что вообще сюда припарковали, под уголок как-то? Странно. Я и забыл, что я разгружаться приехал, господи. Я думал, что-то уже на погрузку. Не, ну, на погрузку нам другой конец, да? Ну, что нам предлагают наши друзья, товарищи? Так, я еще не был в Полюэле. Но, конечно, в Полюэле тут ничего не будет. Ну, само собой. Вообще хотел обратно возвращаться. Ганновер, Манхейм. Пластиковая тара. Нет, давайте пока так, по-серенькому. А, и все Лизет. А, нормально. А где Кембридж? Не, не надо. Ну его нафиг, ваш Кембридж. Так, ладно, биржа грузов, что предлагают. Все еще хуже. А теперь обратно пустые бочки надо отвезти. А, нормально.
Ну, это то же самое. Дур. Дур. Ну вот Дубр еще как-то... Не, Брусков я не поеду. Что там еще из Бреста? Я уже и там был. Дубр как-то более-менее хоть что-то, какое-то разнообразие. А Люксембург у нас где? Нет, давайте Дубр. Дубр тоже отстой, но ладно. Давненько мы в Британии не были, аж с тех пор, как пытались ее всю проехать, чтобы больше туда не возвращаться. Нет, ну нам это удалось, но просто после этого крашнул мод какой-то, не помню какой. А, не крашнул мод. Вот я сам решил от мода избавиться. И все. В общем-то. И все, что жил, то зря. Ну и нормально. Меня устраивает. Мы не перфекционисты. Хотя вру, конечно же, перфекционисты. Поехали. Машину хотел поменять, поэтому, в общем, я думаю, как бы ехать к дому куда-нибудь поближе. Поверните направо. Ищу новый левый маршрут. Так налево. Вот сама же говорит налево, я и поворачиваю налево. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Интересно. Даже не ясно, чего это. А, стоп, стоп. Ничего себе. Езжу. Да, разоюсь. Упси. Очень-очень страшно. Что-то стал зеленый, блин. Специально едут и тупят. Непонятно зачем. Рабочий, ну тебя баня. Держитесь правее. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Помчались куда это там, неизвестно куда. Ну и Британию еще допилили немножко хотя бы. Я понимаю, что надо контент продавать, но
Британия совсем топорная. Ух ты. Красиво. Ой-ой-ой. Ладно. Мятежка. Поэтому будем ехать. Там мосты такие интересные были в прошлый раз. Но я уже, наверное. Я поеду еще, наверное, когда-нибудь. В принципе, в Британии тоже ж 90, хотя там какое-то там. Какое там 90 до Гавра. Ой, до Дувра. Дувр, кстати, тоже мой любимый футбольный клуб. Ну, один из. Хал и Дувр, как ни странно. Ну, так уж сложилось тоже. Ой, горим, опять горим. Ай-яй-яй. Беднявка, горим. А я такие вчера виды делал классные, когда у меня машина нормально ехала. Ладно, давай перестроимся, ну тебя нахуй. Что-то ты совсем ехать не хочешь. Хотя и я вроде еду на максимуме. А, ну так всегда, когда на максимуме едешь, хер обгонишь. Я надеюсь, это все еще для детей видео. Вот. Что еще? Ну что еще я вчера размышлял, о чем еще? А я даже не помню, ну вообще. Ну вот я размышлял про компьютер, компьютер посмотрел. Системные требования свои. Снизил требования к игре уже. Ну то есть все, что мог, я сделал. City Skylines. А ETS стал нормально. Раньше ETS перегружал. Очень сильно перегружал меня. Вместе со стримом. Очень сильно перегружал все, а сейчас ETS, ну, норм. Вообще даже не напряжненько. Не знаю, покажет, не покажет, но я лучше показывать не буду, включать точнее не буду. Вот, единственное, что мне формат стримов не нравится. Ну, я не знаю, вроде видео правильное показывает, то есть у меня разрешение 1440 на 900. Ой. Вот, поэтому, да, я вот отсюда, по-моему, первые разы во Францию ездил, хотя это не точно. Ну, что, прикольненько, кстати, атмосферненько. Вот, разрешение у меня 1440 на 900 точек монитора. Соответственно, мне нужно и такое же качество, ну, разрешение стрима. По-моему, оно так и есть. Но точно я не уверен. Все равно что-то как-то приплюснуто получается, поэтому мне это не нравится категорически. Но опять же, что я по этому поводу могу сделать? Ничего. Купил монитор себе вот такой. Ну вот, мучайся теперь. Нахрена я его покупал в свое время, непонятно. Ну, чё ты молчишь-то? Вот, блин, партизанка молчит. Держитесь правее, затем. Да ладно, справа. Я уже сообразил. Съезд справа.
Вот, что еще говорить? Больше все вроде нечего говорить. Сегодня ездил. Держитесь левее. В Уссурийск прокатился. Ну, не сам, естественно. У меня там машины нету. Какая-то такая роскошь. Свозили. Вот, что еще? Ну, все. Как бы, что еще, я 2 недели потерял, честно сказать вам. Это казалось, что уже 2 недели прошло, а я их и не заметил, как они исчезли. По-моему, это не очень круто. Ну, хотя, с другой стороны. Не, время идет, ничего не меняется, это плохо. Не замечаешь, как 2 недели вообще исчезли. Это странно. Ну, ладно. Наверное, сейчас такое дежавю у многих, кто сидит на карантине. А у меня это уже 2 года. Так что приходится сидеть дома, к сожалению. Ну, делать нечего. Надо, значит, надо. Поэтому... Вот. Ай! Да, вон эти как их. Железная дорога, вот это вот, что-то помню такое. Ну, точно не помню, что я помню, но что-то такое помню. Прикольно, да? Такая бесконечная железная дорога. Что-то я даже не посмотрел, что справа. На железную дорогу засмотрелся. Да, конечно, с клавиатурой это не то, я понимаю прекрасно. Я ролики смотрел, ребят, которые делают с рулем, с этой фигней, которая у них башка поворачивается. Офигенно. Но что сделаешь, как бы. Да, понимаю, что я и не гонюсь как бы за зрителем. То есть надо там вообще стримы вести каждый день. А вот что я говорю. Я человек увлекающийся, поэтому занимаюсь я этим. В основном потому, что мне делать нечего, а не потому, что я там хочу, не знаю, что-то там, толпы поклонников и тому подобное. Не, ну как бы, кто этого не хочет? Давайте будем справедливы и честны. От этого бы никто не отказался. Было бы круто, если бы были постоянные подписчики, но это опять же, те, кто делает конкретно такой контент для, ну, для того, чтобы, ну, как бы делать с этого деньги, да, делают это своей профессией, это, наверное, не обо мне будет. Я человек очень уж увлекающийся, и как-то я не скажу, что я прям могу высидеть там, не знаю, несколько лет просто на, ну, стриме. Ну, хотя, с другой стороны, ну, опять же. Вот не было меня на Твиче, допустим, долго, да. Я посчитал, что на Ютубе было бы логичнее выкладывать стримы. Ну, просто посмотрел, как аудитория реагирует. Ну, вроде как получалось, что на Ютубе лучше реагирует, но нет, на самом деле на Ютубе нет вообще просмотра, потому что Ютуб очень-очень сильно сам себе как-то все поганит, не ясно зачем. Вот, а я думал, что на Ютубе проще. Затем на деле нет, справа. На деле на Твиче намного позже, я человек ленивый, здесь не надо никаких оформлений, ничего. Съезд справа. Вот, просто банально зашел в ОБС, написал название стрима и все. Что еще? Ну и все, и наслаждайся как бы. Поверните налево, затем поверните направо. Лево. А я что, уже приехал? Поверните направо.
Или никто не едет. А, это я же на этот. Ой, я уже 1000 лет здесь не был, я уже и забыл, где тут что. Так, какой у нас следующий заезд, да? А, да, следующий. Помчались в Фолкстон. Что делать? Расчет нового маршрута. Ту-ду! Поиск нового маршрута. Дуркуем. Так, включен. Я же вроде отключал. Да, кстати, посмотрел, как автобус заезжал сюда. Ну, там не такие площадки, там вместо вагоны полноценные. Ой. Ой, дико извиняюсь, но чудать. Целый день на ногах, а здоровье уже не то. Смотрел, как автобус, ну, в реальной жизни заезжает в вагоны. Ой, что-то я так как-то подумал, что как-то, ну, бред какой-то вообще. Силой кобыл. Не, ну у нас на паромы заезжают еще покруче. Так что что там уж. Что уж там? Еще более по-дурному заезжаю. Поверните налево. Здесь есть разгонная полоса. Отлично. Я уж забыл, что тут в этом, что тут в Британии. Куда ехать? Ой, хорошо, хоть помню, что здесь мили в час на размаках. И то уже хлеб. Хотел Британию проехать, опять же, откатился до предыдущей, до очень старого сохранения здесь. Двигайтесь прямо. Тоже Италию уже всю проехал, там, ну, не всю, там половину Италии проехал точно. Опять очередной мод затупил, мод с рулями. Мод с рулями, наверное. Затупил, и я, мне пришлось откатываться обратно. Ну, что делать? Что поделаешь? Ничего не поделаешь, по сути. Вот. Так что... Ну, что-то напрягается компьютер, кстати. Я говорю, вроде не это... Не древний, не старый, нормальный компьютер. Адекватный, видюха хорошая. Хорошая, не отличная. Просто хорошая. 1050 я вчера смотрел. Ну, это как бы уже, ну, не топ, конечно, но уже такой. Под топ. Но, блин, конечно, не тянет. Ну, как не тянет?
Вот Cities Skylines вообще не тянет. Оперативы 8, мало. Держитесь левее, затем поверните налево. Зачем я буду, блин, держаться левее? Поверните налево. Я могу и прямо поехать. Ой, я еще и гараж. Вычисление нового маршрута. На кольце второй съезд. Сейчас съедете. А, я еще вчера размышлял, что это. Держитесь левее, затем поверните налево. Как? А тут еще и порт. Поверните налево. Не здесь. Что-то я подтуп... Да ёшкин ты кот, а? Ну что же я так невнимательный? Ладно. Приготовьтесь к повороту направо. Хорошо. Приготовлюсь. Мне, как жителю Владивостока, прикольно ездить наоборот. Мы же все справа, с правым рулем ездим по левостороннему движению. А тут по Британии нужно ехать, ездить с левым рулем по правостороннему. Ну, прикольно вообще, конечно. Так, чисто вот с точки зрения этого. На самом деле ни плохо, ни хорошо, никак вообще. То есть для меня почему-то никогда проблемы не было. Не знаю, может, для кого было. Для меня никогда никакой разницы вообще не было. Где я еду? Вот на правом руле, да, я ездить вообще здесь не могу. То есть на руле, на полноценном, вообще ехать не могу. Привычка, что ли? Долбану я его там. Эх, долбану. Прилетел, как обычно. Ну, все нормально. Все в порядке вещей. То в одну сторону переключишь, то в другую. Чукча. Папа русский, мама русский, а сын Чукча. Без обид. А то нынче это мода обижаться. Народная мудрость наша. Фонарики. И здесь фонарики. Везде фонарики. Классно. Красотища. Неописуемая. Красотища неописуемая. Так, сколько время у нас там? 6 часов? В смысле 6 часов? А чё, я не поспал? Да? Так, у нас из Дувра куда что идет? Ну-ка, покажите мне карту. В Европорт? А, не, в Кале. Это Дувра, это Кале. Одна. А в чем разница? Почему у меня... А, типа там короче получается. Ага. Так. Льеж? Я в Льеже еще не был. А, надо же этот купить. Где он? А, надо же еще
За. Ой, почему у меня не работает этот, как его? Мозги не работают. Загрузиться надо, а потом уже поедем сюда. Ладно, нормик. Может, Якорс, что? Давайте, ладно, здесь посмотрим, а потом там. Что нам предложит такого крутого? А вот как раз мне в Леши надо. Еврогудис. Отлично. Сколько? 15 часов. Как раз в Льеш, в принципе, и надо. Дур Льеш. Так, я был фликс. Хорошей работы. Где загрузка там? Значит, пропустить все веселье, что ли? Не сегодня. Может, как-нибудь в другой раз. Вот нифига не вижу зеркала. Ну блин, ну разрешение хреновое, ничего не поделаешь. Не туда. Хочешь на тормоза нажать, нажимаешь вперед, само собой. Идет привычка. Что за звуки? Приятной поездки. 24 базилика? Нехило. Что я хотел? Так, мне нужно два. Нет, один. Да, тупить так уж по-страшному. Поверните налево. Изменили маршрут. Сама сказал налево, вот я налево и поверните налево. Видишь, какой я хороший мальчик. Ты сказала налево, я налево поверну. Держитесь левее, затем поверните налево. Да меня гонят. Что, она меня вкликствовала обратно? Поверните налево. Держитесь левее. А, мне на кольцо. На кольце третий съезд. Хорошо. Так, надо отвлечься на секунду. Сейчас съедете. Так, я I'll be back. Почти как Шварценеггер. Да, и для тех, кто не знает, я так отвлекаюсь очень часто на стримах, к сожалению. Но
специфика жизни. Так что не обращайте внимания. Он что, с другой стороны, что ли? Нет, с этой. Ну, слава. Ну, слава. Расчет нового маршрута. Чё на меня ведет Фликстол? Я не хочу Фликстол. Вот иногда катится, но чаще не катится. Улучшить. Здесь поиск надо. Нового маршрута. Здесь заправок нет в этом, как его, в городе, так что здесь надо улучшать. Вычисление нового маршрута. Вычисляй, господи, боже мой. Господи, я тебе зимой. Уже давно вычислила. Куда ты меня ведешь? А нахрена мне туда? Ты меня серьезно хочешь вот сюда провести, когда я могу в Кале? Шукча. Правильно, какой хозяин, такой навигатор. Поверните налево. Блин, не в ту сторону посмотрел, ну ладно. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните обязательно, направо. Обязательно, да. Ищу новый маршрут. Ищи, ну. Чё, сразу нашла? Ух ты, посмотри. На кольце второй съезд. Сразу сообразила. Сейчас съедете. Все равно Скандинавия круче получилась. Хрен его знает почему. Ну, Россия еще прикольно получилась с Латвией. Ну, в смысле, с Прибалтикой. Со всей. Что-то я все. Латвия. Ну, Скандинавия, конечно, вообще офигенно получилась. По сравнению со всей Европой. Не, ну безусловно, как бы, Франция очень атмосферная, но Италия, конечно, поатмосфернее. Единственное, что во Франции слишком много скучных дорог. А в Италии с этим, конечно, покруче. Ну, там виды просто как фантастические. Куда мне ехать-то? Что-то я... Ой, не в ту сторону поехал, ну ладно. Здесь не принципиально. Хрен, здесь никто не ездит. Так, а с какой она стороны стоит, да? Ну, на таких паромах чё ж не гонять, да? Кале. 1,5 часа. По-моему, тут быстрее. Вычисление даже. Нового маршрута. Я что-то просмотрел, сколько там на поезде ехать. Ну, тут, по-моему, быстрее. Ну вот. Все смылись, один я остался. О, дождик, отлично. Дождик, это вообще круто. Интересно, он на улице идет или нет? Или у меня по-прежнему все... Ой, блин, не туда. Ну ладно. А, нет, туда.
Поиск нового маршрута. А чё, я по встречке еду? Нет. Блин, вот единственная беда после этого, после Британии, все время, по-моему, все время, ну, очень часто, по крайней мере, думаешь, что ты по встречке едешь. Срабатывает механизм психологический с этой самой, как ее, с правоульки. Держитесь правее, затем поверните направо. Вроде только что все было правильно, да, ехал по другой стороне. Поверните направо. Ну, не по той стороне, короче, я ехал. И тут вдруг опять все как бы по-человечески, и, блин, психология срабатывает. То есть ты идешь на улице? Нет. Все стабильно, все как обычно. Ну ладно, что-то с дождем у нас совсем беда. Не хочется мне идти на улицу. Блин, долго вот эта психологическая барьер преодолевается, конечно. Чего-то. На кольце второй съезд. Сейчас съедете. Ничего не видно. Ночь, дождь, мое все любимое вообще. Кайф. Life is кайф. Здесь вот можно 80 ехать, а 80 ехать невозможно. Такой так круто поворачивает, но ладно. Кольцо опять. Ладно, скидываем. На кольце второй съезд. Сейчас съедете. 50. Я уже вижу знак 80. А, знаки, по-моему, на 110 поменяли, да? Может, я ошибаюсь, конечно. Раньше не было таких знаков 110. Чё, а чё я 50 еду? А, 80 еду. Господи, чё это я? Почему 80-то? А, вот здесь. А, 80. Ну, блин, повороты держите такие середине. Крутые, что так нельзя ездить. Съезд слева. Что-то слишком много положений этого, как его, ретарда, 5 штук. Что-то многовато. В жизни их всего 3. Так, я не знаю, буду я заканчивать стрим сейчас или нет после этой поездки. Еще подумаю. Ну, к сожалению, вчера вот хорошо так получилось посидеть, а и все похерилось. Ну, как обычно, все через одно место.
что мне горит-то? Блин, 276, это еще начать и кончить. Ой, машинка там едет сзади, а я ей дорогу перегораживаю. Триста километров еще, обалдеть. BCP, о господи, я 100 лет уже не видел BCP. Хотя вполне популярная маршрут и популярная эта контора. По идее, много трейлеров с ее логотипами. Хотя там немного грузов, кстати. Еще трейлер же, ну да, я уже говорил, что нифига не видно. А, ну, мой трейлер хотя бы видно, хотя бы как-то вот эти маркеры, сайд-маркеры видно хотя бы на самом прицепе. Прикольно, он беленьким горят, их хоть как-то видно. А если берешь прицеп компании, ничего не видно вообще. Вообще невидимый трейлер, блин. Паркуешь. Часа уже светает, что-то крана. Чего вы меня обложили со всех сторон? Либо обгони, либо уже не едь, не знаю. Едем 60, офигеть можно. Тонны везем. Сейчас как-то не чувствуется все равно. Блин, почему так провод начал? Странно. Ну, клавиатура, ничего не поделаешь. Зато здесь веселей. Что поделаешь? Щито поделяешь. Хотел я, кстати, установить этих, как их. Промоц карты. Держитесь левее. Ну, пока я даже не знаю, насколько все будет там тормозить еще к тому же.
Все никак не могу добраться. Ну, как бы вот же я ж бросал вообще играть. Да, я сейчас зашел в American Truck Simulator. Там посмотрел Mac новый. Ну, чисто случайно увидел его в ролике у кого-то, что Mac купили. Ну и решил зайти посмотреть Mac. Ну, в общем, как и в жизни. Дубовый, никакой. Вариантов по сути там в American Truck Simulator и нету. По поводу, ну как в принципе и здесь, что тут выбор в общем-то стоит между Scania и Volvo. Я уже об этом рассуждал. Выбор у тебя стоит между Scania и Volvo. Ну, остальные на любителя, чисто на любителя, вот, вот реально. Чё, по Бельгии тоже 90 можно, или просто это остатки Франции? Пока можно, будем лететь. Ему нельзя. Ну ладно, чё нам. Чё нам, кабанам? Написано можно, значит едем. Не написано, не едем. Положено, значит положено. Не положено, значит не положено. А носиться и снимать лимитатор я не хочу, потому что мне это не интересно. Мне интереснее намного ездить так, как есть. Так меня вполне устраивает. Я, конечно, не вожу с рулем, но стараюсь как можно ближе к реальности. Ну, в смысле, к адекватности, я бы сказал. Да, без руля хреново. Ну ничего не поделаешь. Нет у меня возможности рулем пользоваться. А руль я себе покупал, я уже вчера как раз рассказывал. Руль для Windows 7 пошел, а Windows 7 меня отобрали. К сожалению. Чему я не очень рад. Теперь пользуюсь Windows 10. И в общем не могу я даже ролики монтировать толком. Не к чему. Потому что инструмент остался на семерочке. Сейчас десяточка, не могу воспользоваться им. Ну и ладно, как бы видеоредактором будем пользоваться. Ничего не поделаешь. Что там? Так что как что будет дальше насчет стримов, без понятия. Вот. Что будет, то будет. А, ну, в смысле, пока я, видимо, стримить буду. А дальше. Ну, это зависит от скорее моего желания. Или моего увлечения. Я вот ездил по Италии, просто закончился, вот запал закончился. Вроде я и не проехал, вроде не закончил. Но вот нет желания и все. Ну, я улегся в видео,
ютубовским видео, смотрю там постоянно всякие исторические, астрофизические, астрономические, физические в том числе. Видео, археологии увлекся, ну, соответственно, ковид, врачебная вся эта фигня от Водовозова. Офигенно. Плюс дальнобойщиков смотрю регулярно. Ну, что-то я как-то подсел и все. И как-то. Просто видео закончились, и я уже просто не знаю, что делать. Ну, то есть я вот какой канал не найду, там неделя, и все, и видео закончились. Что бы я ни нашел, неделя, и видео закончилось. Ну, я вообще молчу про сериалы, я экспансию за один день просмотрел. Вот, экспансию посмотрел за это время. Что-то забыл я про нее, но оказывается она уже вся закончилась. Все 10 серий вышли. Не круто. Мало. Конечно, там намутили. Сори. Намутили чего-то, конечно, как обычно. Но... Держитесь правее. Вот, а затем поверните направо. Экспансию. Нет, до этого было интересно. Как-то более адекватно. Поверните направо. Более приближено к реальности. А уже это. Понятно, что это как бы один цикл, но смотрится иначе. Вот, кто экспансию смотрел, как бы. Что сказать, классный сериал, офигенный просто. Один из лучших фантастических сериалов. Двигайтесь прямо. Еще вот «Темная материя» была офигенная. Вообще интересная, со своим характером. Ну блин, взяли, закрыли. «Экспансию» вот, ну как бы люди хотят, чтобы продолжение было. Темной материи почему-то нет. Странно, не знаю почему. Держитесь правее. Приехали, конец пути. Темная материя, конечно, более такая выдумка фантастическая, но, по-моему, офигенная. Еще и в стиле этих, как его. Battlemech, кто знает всю эту Мех Warrior и прочую лабуду, там очень похоже на Battlemech вселенная, ну естественно без Battlemech'ов, само собой. Вот. Без самих Battlemech'ов, но очень вселенная похожа. Вот. И да и сама задумка сериала очень интересная. Ну вот не Killjoys, например. Это просто вообще. Вот Killjoys, это я не знаю, ну такой детский сад. Никакого обоснования нет. Вот как бы, что мне в темной материи понравилось, это вот именно идея того, что она, ну, там женщина, конечно, как обычно, да, главный герой, но она не крутая, потому что женщина, а потому что в ней нанитов куча. Вот это более адекватный вариант. А в Killjoys, ну, почему ты такая крутая? Ну, я же баба. Это не вариант как бы интересного развития сюжета. Просто ты женщина, ну как бы круто, да, вариант. Но это никак не оправдано сюжетом, никак не обусловлено логикой вселенной. Вот. Топоры, а где гараж? Я думал, гараж здесь. Не здесь.
Да, гараж я там купил. А, здесь нет гаража. Ой, ну ладно. Поехали тогда поспим, что ли. Спать будем, естественно, на этом. Не, я могу и в отель заехать задом. Нет, без проблем, я уже пробовал. Мне просто это не нравится. Никакого удовольствия не доставляет. Долбиться. Я как-то даже парковался в отеле, помню, в этом самом. Я отсоединил прицеп, поставил его в уголок. Там вот тупичок есть такой. Я туда его поставил, ну, там, за отелем, там есть небольшой тупичок. Я туда поставил прицеп. Это было на Белоснежке. Поставил туда, короче, прицеп. А сам машину запарковал уже на парковочное место. Не, отели европейские мне вообще не вставляют. Что хотите? Да, с одной темы на другую. Вот. Ну, что-то того. А где? Что я не вижу? А что я не вижу? Почему нифига не вижу сзади? Кто из деда? Чтоб я хоть видел, куда я еду. А, я все равно не вижу. Так, примерно вижу, но не более того. Вот, поэтому идея Killjoys мне не очень нравится. А, ну да, я, собственно говоря, начинал с того, что я экспансию посмотрел. Делать было нечего, посмотрел экспансию, хороший сериал. И вот темная материя, как бы посмотреть. Треть бы хотелось продолжение, но я так чувствую, его не будет. Это очень печально. Ой, ну припарковался, нет, так не пойдете. Круто, конечно, но не круто. Что ж такое, ну ладно. Пофиг. Вы колеса выкручиваю, понять не могу. Ой, ладно, все, походу надо ложиться спать. И в жизни тоже. Так, ладно, я перекур. Точнее, перекус. И I'll be back. Ну, наверное, посмотрим еще. Не знаю. Ну, вернуться-то, выключить хотя бы стрим, вернусь точно.
скоро будет. Ладно, извиняюсь, что как бы заставил ждать, но на сегодня, наверное, все. Что-то я подустал. Продолжим позже. Всем всего хорошего. Спасибо, что смотрели. До новых встреч.